Недавно отгремел гала-ужин Russia in Vogue. Мы не могли пройти мимо данного события и не заострить внимание на эффектных нарядах звезд. Давайте вместе рассмотрим красные образы знаменитости. Гости, пришедшие на гала-ужин, представили на себе все оттенки красного от темно-алого до классического. Платья знаменитостей были выполнены из красного шелка, перьев, блесток, полупрозрачной сетки, перьев и пайеток. Глаза просто разбегаются от головокружительных вечерних платьев. Красное платье с открытыми плечами и контрастной бежевой вставкой на груди смотрится максимально эффектно и празднично. Выразительности этому наряду добавляет длинная пышная юбка, на которой эффектно расположились объемные розы из бархата. Лаконичный красный наряд в макси-длине, выполненный из шелка, удачно дополнен длинной накидкой, эффектно струящейся по спине. Наталья Ионова выбрала вечернее платье в более приглушенном красном цвете. Эффектный высокий разрез, тонкие бретельки, объемный цветок, выполненный из контрастной ткани, расположенной на талии, изюминка вечернего наряда певицы. Это женственное и утонченное платье Наталья предпочла совместить с дерзкими красными сапогами на шнуровке. На мероприятии были также замечены красные наряды с трендовыми эффектными вырезами и асимметрией. Перед вами платье-бомба, которое моментально приковывает к себе взгляд. Очередное бесподобное платье благородного бордового оттенка, полностью усыпанное блестками с высокими перчатками в таком же цвете, идеальная комбинация для праздничного мероприятия. На значимом торжестве были также платья с выразительными разрезами и глубокими декольте, выполненные из эффектного шелка. Так называемые платья принцессы с пышными юбками в пол тоже украшали собой гала-ужин Russia in Vogue. Необыкновенной красоты платья в стиле бэби-долл с оборками, пышными воланами и бантами, безусловно, выделялись на фоне классики и минимализма. Ксения Собчак примерила на себя образ жгучей аргентинской леди. Ее наряд состоял из красного приталенного жакета с эффектным вырезом в зоне декольте и баской, а также длинной минималистичной юбки. Под этот наряд Ксения выбрала высокую прическу, в которую заплела красную ленту из атласа. Были и откровенные красные наряды с вырезами, блестками, стразами и оборками. Приталенные силуэты стройных красоток в красном запомнятся нам надолго. Напишите в комментариях, чей наряд в красной палитре вам понравился в первую очередь.